Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это» и с вами Ким. И сегодня я расскажу вам о миграции, которая началась вот буквально несколько минут назад. Прошло 19 минут с начала миграции. Соответственно, давайте мы посмотрим об этом подробнее. У нас уже есть человек, который к нам прилетел. Вот Proc2, ник у игрока Алексей. С 351 сервера. Вот, ребята, приветствуют у вас. У нас его привет, скажем. Напишем, что в кадре, чтобы они были в курсе. Вот, ребята, дружно обнимается. Кто-то кого-то не устраивает, предыдущий сервер. По каким-то причинам не сложились обстоятельства. Ребята прилетают к нам. От нас тоже есть люди, которые мигрируют. Это вот если пролистать сервер, здесь вот латиноамериканец один, который с нами прожил, он пишет: «Господа, большое спасибо за участие в этом альянсе и за то, что открыли мне двери. Сегодня я решил перейти на латиноамериканский сервер. Большое вам спасибо». У нас различные игроки, то есть альянсы дружелюбные, всех принимаем. Значит, всем желаем добра. Да, люди придут в 37-й. Так, значит, что же здесь у нас происходит? Давайте посмотрим. Пока я не видел заявок, ну только началось все это дело, миграция. Пока я не видел на заявок на дереве, их нету пока. Управление миграцией, если мы зайдем, видим, что одобрение миграции, оно требуется тогда, когда в топ-10 игрок, если будет попадать, то тут под выбор, пускать его или не пускать, чтобы не нарушить дисбаланс сервера и чтобы, как говорится, игроки не пострадали от тиранов. Давайте напишем здесь приветствие. Вас приветствует 307 сервер. Друзья. Вот так мы напишем. Пусть все знают, что мы всем рады. Так, давайте еще зайдем, мы посмотрим. У меня хорошая новость сегодня. Знаете, о чем она? Она о том, что игроки, которые пользовались донатом, для них вернули цены на прежний уровень. Это очень классно. То есть люди могут покупать все по прежним ценам. Мы видим то, что повышенные цены возвратились в обратное, как и были. То есть мы видим одноразовое предложение, оно вернулось на 449 рублей. Значит, и также все элементы, как были, так и вернулись в ту стадию финансовую, которая была изначально. То есть разработчики таким способом решили все оставить на своих местах, и это очень большой плюс, потому что люди привыкают все-таки. Очень много жалоб было по этому поводу, комментариев писали о том, что могут бросить игру из-за этого. Ну, по крайней мере, я вижу, что разработчики услышали эти недовольства, и чтобы не накалять ситуацию, они решили вернуть в ту систему, которая была платежная. Мы видим здесь на 8 марта подарки из бриллиантов здесь были, можно было приобрести. Вот мы видим, что цены остаются такие же. От 100 до, ну вот какой-то супер-мега набор, там вот вообще 15 тысяч, конечно, стоит очень дорого, но это, наверное, на спецмуравья. В целом все то же самое, гены тоже от 100 до 5 тысяч здесь набора, но это для игроков доната. Так, давайте зайдем мы в миграционный путь и посмотрим, что же здесь происходит. Мы видим, как происходит миграция. Вот в правом верхнем углу получить больше телепортов. Их можно, вы знаете, купить или приобрести в магазине Альянса. Вот мы заходим, вы видите то, что у нас их вот 95. То есть мы не запрещаем игрокам ни в коем случае перемещаться. То есть кто желает, он может покинуть наш сервер, если чем-то не устраивает. Это выбор каждого. Многие альянсы, я слышал, что не выставляют списки товаров. Вот они есть, и они их не выставляют в магазин на продажу. Но мы так не делаем. Мы это позволяем игрокам сделать свой выбор, потому что это дело каждого.
Давайте посмотрим. У нас группа сервера третья. Вот мы видим, что с 301 могут игроки мигрировать и дальше. Наш сервер 307. Существует время 198 дней. Данный сервер. Все желающие русскоязычные игроки можете прилетать к нам. Мы будем вам очень рады. Мы видим то, что здесь очень много разных серверов, вплоть до 400-го. Все эти игроки, кто под флагом, на сегодняшний момент является лидером данного сервера. Мы видим очень много стран разных, которые играют. И, соответственно, в этих серверах есть свои лидеры из разных государств. Они обозначены таким сервером, картинкой флага. Это очень здорово. Вот группа 3, вот наши серверы, все, которые могут телепортироваться. Чтобы мне произвести миграцию, нужно 15 телепортов для 25 левела. Мы видим, сколько, какой у вас уровень королевы, значит, вот с правой стороны нужно телепортов потратить. Вот, то есть я очень рад, что игроки начали приходить. Вот так, вот еще у нас игрок появился новый. Приветствуем его. Привет, Алексей. Привет, Алексей. Рады видеть всех. Вот, значит, можем скинуть координаты, чтобы им было легче ориентироваться территориально, где мы находимся, где наш альянс, и рядом могли к нам телепортироваться. Вот так расположен наш альянс. Так, значит, у нас районное строительство идет полным ходом. Все это здорово. Сейчас закончился день сурка. Начинается сильнейший район. В серебре мы играем. Значит, у нас будет день стройки. Будем пытаться победить. На прошлой неделе мы одержали победу. Единственный день мы проиграли по сурку. Не набили достаточно очков. Немножко по тысячам там разошлись, несколько миллионов. Вот. Так в целом мы победили на прошлой неделе. Конечно, будет показательно эта неделя. Вот, потому что новые игроки прилетают, кто-то улетает. То есть сейчас будет такое, значит, объединение сил различных у игроков. Будут притираться друг к другу. Мы еще сегодня видим, что появилось вот вылупление спецмуравьев, удачное ограниченное вылупление. Это, смотрите, здесь вот, если справа иконку нажать, то мы можем увидеть оранжевый спецмуравей, который можем получить. Значит, меня интересует верхняя ветка, это, значит, два спецмуравья, это колесный жук и мастер мимикри. То есть только два этих муравья, которые у меня без дубля. Вот, если возможность выпадения из этих спецмуравьев будет, это будет очень здорово. Нижняя ветка у меня все с дублями, поэтому, ну, также, можно вот гигантского зубчатого муравья мне для звезды. Было бы неплохо, и мы могли бы ее ему поставить, потому что в PvP он очень классный спецмуравей. Мы будем, вот можно посмотреть, вот в свободных у меня находится колесный жук и... Значит, мимикрии, они без дубли. У меня не прокачаны эти два спецмуравья. Ждем их, когда они появятся. Вот. Так. Мы видим, что прилетают игроки. Мезмай приглашает. Привет. Все. Привет. Привет. Так. Ребята решают, кому примкнуть, каким альянсом. Это их выбор. Они могут в нашем регионе попробовать разные альянсы. У нас было несколько смещений. Вот сейчас наш альянс находится на 4-м месте. Как бы не страшно. Мы убрали всех неактивов и ждем, когда... Вот у нас 69 человек. И все, в принципе... Игроки активные. Есть вот еще по 7 дней, которые отсутствуют уже, к сожалению. То есть что-то с ними произошло. Вот мы видим из Минска, из Сенджи, это был испанец. Что-то вот произошло, не заходит. И тоже один из иностранец и канцлер. Вот, к сожалению, их нету, но возможно что-то произошло. Но надеюсь, все изменится, они появятся. Если не появятся, мы их заменим новыми свежими игроками, которые мы же, в принципе, ждем. Наши двери открыты. Вот, к данным игрокам всем рады.
Так, сильнейшие районы. Мы видим, что мы в сильнейшем районе заработали 5 очков, противник 4 очка. Вот я занял первое место, внес весомый вклад в победу для района. Да, что всем желаю, ребята, старайтесь для того, чтобы больше очков нести для победы над соперником, над другим районом, чтобы каждый получал награду. Вот видите, за первое место 9 тысяч бриллиантов, орденов, останки животных 800, ну и, соответственно, пачки с ресурсами. Так, мы это получаем дело. Так что старайтесь больше очков вносить в развитие сервера, и вы будете вознаграждены, соответственно. Так, ребят, ну, в общем, вкратце, вот так, первый день начала миграции началось. Вот мы видим, давайте, будут поступать новые игроки, я еще сделаю заявку. Так, сделаю снимок там или видео засниму еще раз по новым игрокам. Вон, Кабезен присоединился к нашему альянсу. Очень хорошо. Так. Посмотрим реакцию. Давайте еще проверим. И был какая-то заявка в топ-10. Пока нету. Пока все проходит без моего вмешательства. Игроки прилетают на автомате. Ну, а дальше я буду вести вас в курсе дела. Вот. Так что, ребята, комментируйте, оставляйте свои отзывы, пожелания, то есть смотрите нас, чтобы не пропустить следующее видео, жмите колокольчик, соответственно, ну и от вас пару лайков, если видео понравилось. Давайте, до скорого!